мы будем делать шашлык из фруктов. Ну, поехали. Первое всего нам нужны вот такие вот зубочистки. Сейчас вам достану, покажу. Такие вот зубочистки. Мя форму мечей. Так, уберем. И первым мы будем резать мандарин. Вот, мы теперь его разделяем всего по кускам. Надо нам почистить мандарин и его разобрать по кускам. Мандаринчики убираем. Дальше мы берем яблоко. Но сначала моем. Все, мы помыли яблоко. Отрезаем лишнее. Три куска берем и разрежаем на три части. Дальше берем два куска и тоже разрежаем. Дальше берем грушу и опять ее сначала моем. Мы помыли грушу. Теперь мы режем ее. Опять же берем мы три куска и разрезаем на три части. Остальное не надо разрезать. То, что маленькое, не надо разрезать. Опять убираем уже. Теперь мы режем айву. Вот такой вот фрукт. Взяла я один кусочек, потому что он большой. И режем его. Вот мы нарезали где-то 5 половиночек. Можно еще порезать квадратик, чтобы больше было. Дальше мы... Теперь мы режем манго.
Вот у нас... мы забыли вот что. Киви. У нас всего лишь будет 6 фруктов. У нас всего лишь будет 6 фруктов вместе с этим. Режем. Теперь мы суем это все в зубочистку. Берем первую зубочистку и суем яблоко. Потом вот так. Получилось вот такой вот шашлык из фруктов. Я не знаю, сколько там, но мне интересно, сколько. Ладно, всем пока, ставь лайк и подписывайтесь на мой канал.